В Лангепасе с начала года отдали мошенникам более 10 миллионов рублей. Жертвой таких преступлений стал каждый пятый житель города. Недавно в России появился новый способ мошенничества с банковскими картами. Аферисты списывают деньги через мобильные приложения агрегаторов такси. Онлайн-воры взламывают аккаунт сервиса, после чего прописывают в личном кабинете дополнительный телефонный номер, с которого и пользуются услугой. Именно так житель Лангепаса лишился почти 30 тысяч рублей. Незаконные действия могут происходить как на уровне сотрудников агрегатора, так и на уровне третьих лиц, полагают эксперты. Еще один способ получить персональные данные – это позвонить людям с подтвержденным коронавирусом. Мошенники выдают себя за сотрудников больниц или Роспотребнадзора. Мошенники звонят, как правило, пациентам с подтвержденным ковид, представляются сотрудниками Роспотребнадзора либо центром гигиены и обманным путем выведывают персональные данные, такие как паспортные данные, серия, номер, дата рождения, место рождения. Хотелось бы предупредить население нашего города, что сотрудники Роспотребнадзора никогда не спрашивают персональные данные, а конкретно паспортные данные.